Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть на сервере Poke World Special, и сегодня мы, как это можно сказать, возвращаем новую, точнее старую уже рубрику «Игра с подписчиками», и сегодня у нас гость, игрок, который играет на этом сервере, Страйк, поздоровайся. Всем привет. Да, чё-то ты затупил немного спустя 5 секунд, но... Дело в том, что, в принципе, каждый игрок, который играет на этом сервере, может попасть в серию игры на этом сервере, потому что все, что вам нужно, это просто играть на этом сервере, и я вас сам приглашу в серию. И рассказывай, Страйк, чё, как дела у тебя? Ну, дела, в принципе, хороши. Что делаешь на сервере? Ну, играю, развиваюсь также. Делаю раздачи всякие игрокам, ивенты, турниры. Ну, как раз я говорю, что на следующей неделе будет турнир. Ты потом всем там скажи, кто будет не в курсе. Окей. Арену строили модери там Фроста, если знаешь его, не знаю сколько, 2 месяца. Поэтому нужно ее как-то использовать, не просто чтобы она стояла. Поэтому, наверное, на следующей неделе тут у нас будет турнир. Или в субботу, или в воскресенье. Смешанных. 4 на 4. Потом скажи там всем, кто будет не в курсе. Чё, не надо? Что ж они сейчас будут... Так, ладно, короче, пока еще нету рестарта. После рестарта, может, наверное, еще вернемся. Пойду и объявлю еще одного человека, который выиграл бесплатный пропуск. Сейчас, я уже забыл, где эта стена находится. Так, сейчас я посмотрю. Рассказывай! Как зовут, где живешь? Расскажи что-то, может, людям интересно? Слышишь? Да, слышу, просто скайп немного тупит. Ща, тогда я объявляю. Сегодня у нас какой? 10 января, да? Так, 10 января, бесплатный пропуск... Нет, не сюда, уже не помещается. Бесплатный пропуск выиграл... И сейчас я объявлю, потому что, в принципе, если ребята не выиграют, то не нужно расстраиваться, там участвует 100 человек, и именно что вы выиграете, тоже небольшой шанс. Но все же, в этот раз выиграла кошка, как я понял, не ковка, а кошка. Поэтому все, что тебе нужно сейчас, это зайти на сайт, в личный кабинет и просто-напросто купить себе пропуск за 150 драгонпоинтов. И что? Ну, рестарт тут будет. А у тебя тут есть дом на спавне? Я тебе вроде... Да, ты вроде предыдущий человек. Да, последний человек, который выиграл дом. Так. Третий посередине. Ага. А там уже вроде половина игроков тупо не живет в этом доме, как я понял. Ну, 1-2 100%, потому что мне кто-то говорил, что если он там не зайдет в течение недели, то я могу его дом забирать. Так, Дирлин 2014, он живет, не знаешь? Я его, если честно, не видел даже давно. Да, он вроде вообще не играет больше. Ну так он выиграл бесплатный пропуск, поэтому пропуск кончился, знаешь, и больше не играет. Так, это кто у нас? Босс ПВП. Ты его видел? Босс ПВП он тоже уже не играет. Его не видел вообще. Ладно. Сколько так... играю сейчас? Вещей у них в сундуке у него нету. Ну, парочку там шмоток всяких. На верхнем этаже у него что-то. На верхнем этаже у него тоже ничего нету. Да кот лагучий хрени. Так, тут. Да, он уже 100% не играет, да, у него. Ну, вещи алмазные, тут кирка поломанная. Вряд ли он, если честно, играет. Ладно, тогда этот дом можно уже прямо сейчас разыграть после рестарта. Потому что зачем будут тут простаиваться дома, которые уже не используют, согласись. Так. Ну, да. А ты тут живешь или ты где-то в другом месте живешь? Да я живу там. А если честно? Ну, честно, просто вещи храню. Настроение тут тоже не живет, как я понял, да? Ты его не видел? Я его видел, он вроде живет. Живет, да у него сундуки все пустые, даже ничего не поменял вот тут.
Вряд ли он тут живет, если честно. Если бы он тут жил, то тут бы хотя бы были какие-то изменения, а тут даже вообще ничего не поменялось. Поэтому не живет он тут. Дальше. Тут только один... Нет. Первые три дома вообще уже пусты, уже давным-давно никто не живет. Так, Вуд, знаешь такого? Вообще, не видел ни разу. Ну, ладно, удаляем. Офигеть, человек, короче, знает, все дома освободятся. Камикадзе не живет, да? Камикадзе, ну, я его знаю, но не знаю, живет он здесь или нет. Ну, ты его видел там? Да у него пропуск кончился, он еще, наверное, не купил. Ну, его знает. Он мне говорил когда-то, две недели или три недели назад, что если я не зайду в течение недели, то можешь отдавать мой дом кому-то другому. Кэшкуб живет? Кэшкуб на сервере сейчас. Кэш, ты живешь в своем доме на спавне? Вот, ребята, не обращайте внимания, если мне тут лимончик флудит в это в сообщение. Я его тупо игнорю, есть на то причины. Не люблю таких людей, знаешь, это девушка, она мне писала ВКонтакте. А я пошел кушать, знаешь? А когда вернулся, там на меня мат и оскорбление. Почему я молчу? Почему я не отвечаю? Я такой зашел, ну охрененно, Эдисон пошел покушать. Вернулся, а там обосрали как могли, знаешь? Так. Вака диджей. Я его знаю, но я не знаю, живет ли он тут. То же самое. Не живет? Да не знаю. У него, походу, пропуск кончился. Страйк. Страйк живет, знаешь? Вообще не в курсе. Не в курсе? Ну, ладно. Пускай пока что будет там дом. Леопольд. Наверное, не живет, как я понял. Или живет? Ну, вообще не видел ни разу. Ну, он вроде купил этот дом. Но... Купил? Я не помню, или выиграл, или купил, но то, что я его тоже не видел. Ну, короче, у нас со всех домов остался только ты. То есть у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 домов, и только ты остался, кто живет. Ну и кэш-кьюб. Печально. Так, ладно, давай после рестарта зайдем, я человеку статую поставлю, на паузу нажмем. Так, все. После рестарта. Ты не можешь зайти, да? Да, у меня пропуск кончился. Ну и бред. У человека после рестарта именно в эту секунду, когда мы уже играем на сервере 10 минут, кончился пропуск. Так. Мутик человеку за неприличные слова, за флуд. Мут на час за... Неприличное поведение. Поведение, короче, пофиг. Не можешь зайти, да? Да, ну в общем, тогда поможешь мне? Я тебе тогда на вебмане кину деньги, а ты можешь мне тогда на аккаунт там 150 кинуть тоже? А, ты же через вебмане, да, покупаешь? Да, я не могу просто через Киви. Угу. Ну ладно. Ну, это разберемся потом, не сейчас на серии. Ладно, короче, рассказывай, какие там баги, что там убрать. В общем, там есть, там еще ботинки можно использовать бесконечно, которые есть же, которые тратятся. Ну. 75%. Вот, короче, их одеваешь, потом в инвентаре снимаешь с ног, переносишь себе в руки. Им, ага. А потом все, потом можешь их выкинуть или положить в сундук и все. И бесконечно можешь бегать быстро, без ботинок. Ну. Это, наверное, не сервер виноват, а, наверное, ну, так да. В моде, поэтому мы как-то в этом разобраться не можем. А что там с этими хилками? Поушены обычные, они крафтятся из пузырька, пшеницы одной и этого, молока, ведро. Ага, и, короче, так барыжат, да, как я понял? Uh-huh. Как раньше барыжили на вот этих, как его? На фосилах? А. Так сейчас на этом, наверное. Ну, там не прям так сильно, но хорошо очень. Так, чтобы выкинуть. Не, ну и так, знаешь, если там немного покрафтить себе, то нормально можно заработать. Все, больше ничего? Да,
принципе, больше ничего такого особенного нету. Так, ладно. Я как раз сейчас какого-то шайни хотел заспамить, но ты не можешь войти. Знаешь, именно сейчас, то есть не после, не до, а именно сейчас. Так, где у меня тут выложить вот это все? Накидали мне булов кучу. Так, ладно. Кому там чуваку статую я сначала поставлю? ТП, мистер. У нас вот эти... Ща, давай я спрошу, какую статую? Вот эти игры с подписчиками, ребят, кто не знает, у нас каждую неделю в воскресенье. То есть, это, можно сказать, рубрика, которая идет у нас каждую неделю в воскресенье. То есть, всегда в воскресенье я выбираю одного человека, который находится на сервере, и приглашаю его в серию. И каждый из вас может сюда попасть. Все, что вам нужно, это просто играть на этом сервере. А как играть, купить пропуск или выиграть, это уже не от меня зависит. Ух, нифига себе тут домик. Чей-то. Так, что ему поставить? Веди, чувак. Чизель. Ну, статуи. Кого и куда? У тебя есть статуи какие-то дома? Да, есть там на спауне у дома. Там Окариум Юту стоит. Ух, ошибка конченная. С этим Чизелом, когда кого-то спавнишь, есть шанс, что тупо выкинет. Не знаю почему. Так, геймод. Зороарк. Вроде как-то вот так, да-да. Шайни. Зороарка спавнишь? Угу, да, человек попросил. Сойдет. Если может, вот тут... Шайни Рай. Райку Шайни. Но она не очень будет тут смотреться, чувак, потому что она очень долгая и будет в стене, да. Не очень. Короче, через весь дом протыкается. Нет, она тут не очень смотрится. Это бред немного, как по мне. Может где-то... Чё-то за хрень. Мудочка? Кто тут рыбу ловит? Бред какой-то, тут вообще никого нету, а я не слышу, как вот это... Во, опять. Тут, короче, привидение рыбу ловит, прикинь? Капец. Я тебе действительно говорю. То есть я вижу поплавок в воде и слышу, как хлюпается, знаешь, когда ловит рыбу кто-то. Бред какой-то. Так, ладно, не будем мы туда обращать внимание. Во, опять. Какой у него ник? Мистер, у вас тут привидение. Вы в курсе? Во, опять. Два поплавка, короче. И они тупо, знаешь, так синхронно двигаются один за одним. То есть один клюнул, потом другой клюнул, потом первый, потом другой. Бред какой-то. Какая-то призрачная рыбалка, знаешь. Так, ладно. Да твою мать, это Чизел. С этими выкидами. Давай, заходи. Вот. Баловались удочкой. Райкваза. Апдейт. Шайни. Так сойдет. Потому что там у него в доме это не очень выглядит. Вот, а так в воздухе как раз нормально. Ху. Кому еще статую? И можно пойти дом разыграть. Так, Неждан. Хотя как, Неждан? Называй, короче, любое число. Я не знаю, тут много человек еще на сервере. Назови любое число от 30 к 70. Ну, 35. 29 человек на сервере. Так, ладно, пропускай меня. Кишкьюба пропускаем, ну сейчас еще посмотрим. Так, 35, да?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Аква. Ладно, ща. Аква. 100 флут. Так, а о чем все пишут? Мне. А, это я спросил, у кого статую, спросил, у кого статую и забыл. Знаешь, а все в чат пишут мне. Я думаю, что мне. Так, ладно, сначала дождь выключим. Аква тут. Может, ты мне сам инструмент дашь, чтобы делать статуи? Нет! Инструмент никому не даю. Ты выиграл дом на спавне. Тебе он нужен? А то вдруг не нужен. Бывает. Ну да. Да ты. Ща подождем. Тут, короче, у чувака какое-то королевство посередине океана. Дома куча. Нужен. Ладно, тогда я ща быстренько на спаун. Где у нас дома? Я хотел больше домов делать, то есть еще где-то 3 штуки заспавнить, переспавнить, но раз тут никто толком в домах не живет, нету смысла новые создавать. Так, ладно. ТП. Аква. Вот сюда. Так, это можно выкинуть. Фу. Будешь тут жить? Ну что, у тебя уже все есть покемоны? Шайни, легенды? У меня только птицы, легенды. Ну, шайни много. Ну, спан шайни тут всегда был очень большой, правило знаешь? Почему ты тут дом забрал? В смысле, почему я тут дом забрал? Кэш. Это твой? Ну, тогда чё ты кричишь, почему я дом забрал, если он даже не твой? А чей это дом? Какие? Спаун... Нет, не спаун 2. Дом 2. Так. Регион инфо, дом 2. Босс ПВП. Босс ПВП не играет уже 100%, да? А, извиняюсь. Не знаешь, играет или нет? Ты тут? Катастрофа, походу у нас тут чувак умер. Да. Да, я думал, да, ты уже эту скорую вызывать. Так. Сейчас, секундочку. Правила, ну, разборочки, я это понимаю. Мама в комнату зашла. Аку, правила знаешь. Стены не ломать. Можешь делать подвал, но стены не трогай. Вещи можешь переносить. Вот все, тут. Угу. Так, ща. Нет. Так, ладно, ща. Какой там был? Регион Дел... Нет. Как там? Remove Member вроде? Да. Remove Member. Вот. Одно название региона и... Да. Сейчас Add Member. Регион... Нет. Регион Add Member. Дом 2. Какой у него там ник Аква, да? Аква. Все, Аква, этот дом твой. Пользуйся. Так, ладно, сейчас давайте кого-то мы тут дозаспавним. Например, на верхушке этого дома. Кешкюб я уже нифига не оставлю словить что-то. Он уже наловил столько, что хватит, не знаю. Шайник Йогра словил, да, на розыгрыше. Ты легенд спавнишь?
Нет, я на новогоднем вот этом спаме. А, ты новогод... был тогда, нет? Да, нет. Я был на новом сервере. Угу. Он Shiny Kyogre словил. Поэтому ему хватит. А, ну, кого заспавнить, говори. Ну, не знаю, давай Hitman... Hitman Lee. Наверное, самый такой нормальный покемон. Ну, давай. Hitman. А тут есть Hitman в моде? Ну, Hitman Lee. Hitman Lee, Shiny, давай левел, я не знаю, 10-й пускай будет. Ладно, ошибка. Почему ошибка? Ага. Заспавнил. О, какой зелененький. Ждем, пока кто-то словит, если он кому-то вообще нужен. Вованту его словил. Вованту. У нас какой-то италиец тут играет, да? Вованту. Так, кого еще? Ну давай, если Hitman Lee, то давай Hitman Chan уже заодно. Че тянуть? Hitman Chan. А он какой? А он желтенький. У него вроде перчатки меняют цвет. Да. Так. Ну давай еще двух каких-то обычных или одного такого нормального. Может, стартовика? Ух. Ну, кого, например? Не знаю, какого-нибудь. Огненного или водного. Ну. Огненного фиг его знает. Торчик. Торчика я вроде. Хотя я не помню, нет, Торчика вроде не спавнил. Ну ладно, тогда давайте Торчика. Покеспан, Торчик, Шайни, да? Да. Я Кэша уже тупо кикать буду. Тупо уже кикать, я его вообще не допускаю ни к одному розыгрышу. Это, ребята, он уже столько легенд наловил, Шайни наловил, что это просто с ума сойти. Кэш, тебя уже хватит. Ты уже на год наперед наловил. И еще ловит. Он всегда успевает. Каждый раз, когда я какого-то спавню или легенду, или шайни, всегда кэш должен кого-то словить. Каждый раз. Еще такого случая не было, чтобы он не словил. Так, ну, в принципе, ладно. Мне кажется, хватит. Может, еще кого-то? Ну... О, в следующий раз я, наверное, шайни Синдаквилла заспам. Я еще его, если честно, вообще никогда не спамню. Давай еще одного какого-то обычного шайни. То есть не прям супер-пупер, а нормального. Ну, Янму. Ну, пускай будет. Покеспан Янма Шайни. Пускай будет. Она синенькая. То есть не такие какие-то нормальные. Нельзя. Ты уже наловил достаточно. Ладно, чувак просит дать ему что-то, то у него нету. Я не мать Тереза, но чуть-чуть покеболов ему дам. Ему дам. Так, Инси. У него 5 мастерболов, и он мне говорит, что у него ничего нету. Бывают такие люди. Ну, на, короче. Ладно. С багами, Ед, помоги, у меня баг, у меня зависло, это я буду потом разбираться, а не на серии, поэтому, наверное, давайте уже на этом заканчивать, ребята. Кто хочет со мной поиграть, просто сидите на сервере каждое воскресенье, я зайду и приглашу, как, например, Страйка, да? Угу. Спрошу, сколько лет, скайп, и вы сможете со мной поиграть. На этом давайте уже заканчивать, ставьте лайки. Покупайте пропуск на сервер или пытайтесь его выиграть. В описании есть ссылочка на тему ВКонтакте, где вы можете подать заявку и попытаться выиграть бесплатный пропуск на сервер. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.